Михаил Зощенко. Крепкая женщина. Нынче все говорят о борьбе с проституцией и жалеют женщин. О, дескать, бедные, уволят их по сокращению, а они, очертя голову, идут на улицу. Да, верно, жалко. Но, конечно, разные бывают женщины. Бывает, вот такая крепкая попадется, что ей улица не страшна. Знали мы одну такую по фамилии Беленькая. Уволили ее по сокращению, дали ей за 2 недели вперед. А она повертела получку в руках и думает. Ой, прожру, думает, на пирожные, а там видно будет. Пошла в кондитерскую, скушала сколько могла пирожных и домой вернулась. Но думает, а вот теперь труба. Либо мне в фонтанку нырять, либо в мойку, либо на улицу идти. Помазала она брови сажей, губы сургучом, шляпку с пером надела и вышла на улицу. Постояла на углу. Вдруг мужчина какой-то подходит. «Что ж, — говорит, — мамзель-дамочка, зря стоять, простужаться. Пойдем на время». Она развернулась, хлясь его в ухо. «За кого, — говорит, — принимаешь, скотина? Не видишь?» Гражданин отупел, повернулся, галошу потерял и скрылся за углом. А девица гордо постояла и пошла домой. Домой пришла. «Нет, — думает, — это не в моем характере проституция. Иные, конечно, уволенные по сокращению, бросаются, чертя голову, на улицу. А я не такая». Подумала она, подумала, что и делать. И стала мастерить для продажи дамские шляпки. Этим она теперь живет. И жизнь роскошная, и материал для шляпок доставляют ей гости. Денег она с них не берет, а берет материей. А вы говорите, проституция.